Пандемия коронавируса повлияла и на правила осуществления закупок, рассказали в региональном УФАС. Руководитель ведомства Андрей Кирьянов в интервью нашему телеканалу объяснил, на что теперь стоит обратить внимание. Возможно проводить закупки у единственного поставщика, значит, с условием того, что здесь будет причинно-следственная связь, и обосновывать это как обстоятельство непреодолимой силы. Если это средства индивидуальной защиты, пожалуйста. Значит, если это какие-то лекарственные препараты, пожалуйста. Не надо закупать, как вы сказали, обувь, да, которая не будет связана именно с этим. Если это бахилы, пожалуйста. Если это защитные костюмы какие-то, пожалуйста. Также Андрей Кирьянов отметил, что ведомство временно ограничило прием граждан. Все обращения и жалобы можно оставлять на официальном сайте УФАС по Орловской области.